Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о заработке без вложений, заработке на том, что можно слушать музыку и зарабатывать. Все банально просто, нет ничего сложного. Ребята, как всегда, с вас лайк, подписка на канал, как всегда, максимально подробный обзор. Итак, дальше я продолжу свой обзор уже со смартфона. Если прийти, например, на этот сайт, то скачивать можно как на App Store, так и Google Play. Ну все, дальше переходим именно со смартфона, будем делать съемку видео. Итак, пришли мы на этот сайт, и как видим, вот такое вот приложение. Что нам нужно сделать? Мы, естественно, за прослушивание музыки будем зарабатывать. Как видим, приложение по сравнению с некоторыми не особо там популярное, 500 000. Но я думаю, что оно раскачается и будет мега популярным. Итак, переходим. Устанавливаем данное приложение себе на смартфон. Так, сейчас, секундочку. Поменяем, установить. Итак, пока устанавливается данное приложение. Сейчас буду с этим через Google заходить. Устанавливаем. И уже как установлю, уже покажу внутри, что нужно делать. Итак, установили данное приложение. Нажимаем «Играть». Вот, идет запуск данного приложения. Ну, выбираем язык, который нам более удобный. Как видим, их только 3 пока есть. Ну, и, например, заходим или с Facebook, или через Google. Я буду заходить через Google. Все, дальше нажимаем Go to it. Continue. И, как видим, у нас здесь есть вот такие вот поинты. И есть в правом верхнем углу подарок. Мы можем на него нажать. Он довольно-таки часто появляется. Нам будут платить эти коинты за просмотр данной рекламы. То есть, как видим, игры разные, там разная реклама. В общем, пока мы, чтобы все не смотреть, я немножко примотаю. Итак, вот реклама прошла. Итак, смотрите, ребята. Вот, get 1395 нам поинтов дали, вот таких в правом верхнем, ой, нижнем. Извиняюсь, вот видим, у меня поинтов 23400 почти поинтов, как мы видим, да. И также самое за то, что мы будем смотреть, например, музыку слушать, мы за это все тоже будем получать, естественно, определенное количество поинтов. Вот. Самое главное, мы выбираем там ту или определенную страну, смотрим это все, слушаем музыку. Тех или других, там, например, радио, Европа Плюс или так дальше, тому подобное. То есть, и за это все мы будем получать поинты. Что еще хотел бы добавить, то, что, например, здесь, ну, конечно, радио не работает, но скажу одно, то, что, например, здесь можно найти различных стран радио и слушать, и за это, естественно, зарабатывать. Иногда бывает такое, что выбивает баннер, его нужно нажать хрестик или там какая-то реклама, закрыли и все. Потому что, ну, без перерыва просматривать или слушать музыку не получится, к сожалению. Это один из минусов. Но также можете приглашать сюда друзей. И за то, что будете юзать постоянно это приложение, вам будут какие-то коины платить. Сколько что платить? Ну, в общем, смотрите. В правом верхнем углу, как всегда, есть разные подарочки, которые нам платят, тоже коинцы по-разному насыпают. Потом за прослушивание музыки насыпают. Когда мы нажимаем на самые вот эти вот коинцы, что мы видим с вами, да, что 10 тысяч этих коинов это равен 1 цент. То есть мы зарабатываем, естественно, в долларах. Да, вот у меня сейчас на балансе 2 цента. Выводит он на Pair, вот, eCash. Что там еще? Binance, конечно, $2.20. Так само в лайткоинах, A2 Cash доллар. Ну, как мы видим, развитие вот Revolut, кто любит крутить кэш, вот, то Revolut можно, в принципе, тоже выводить. Ну, мало, но все же можно все-таки. Вот, PayPal $1.04. То есть, в принципе, если вы любите очень часто слушать музыку, и вы без нее вообще никак, то это способ заработка тупо для вас. Уже я много различных способов заработка показывал. Ребята, как там получать криптовалюту, там биткоин, или там, например, когда ваш трафик куда-нибудь, ну, не расходуете вы его, тоже можно перепродавать. Также дальше я вот юзаю, может, SimCash, уже давно говорил, да, вот, что есть, о, 27 центов уже насыпал.
Он платит, выводит, все есть, разные... То есть я максимально много пассивных источников дохода создаю. И вам рекомендую тоже. Все, что вы делаете, сейчас криптовалюта готова платить. То есть они как бы вставляют, между прочим, эту рекламу. Мы все равно ее слушаем в радио, там, или видим в баннерах, или где угодно. Но только нам за это никто ничего платит. А здесь реально нам башляют. Хай немного, чуть-чуть, но все-таки платят. И я думаю, если по чуть-чуть, по копеечке, я думаю, как говорится... Если взять, например, со всего мира там по нитке, то бедному куфайка. Поэтому, как говорится, по чуть-чуть, понемножку со всего мы будем с вами зарабатывать. Опять повторюсь, есть различные способы здесь вывода, как видим, Perfect Money, Revolut и GCash. Много-много чего. Вот. Так что можно здесь посмотреть, как видим. Спасибо всем за внимание. Думаю, видео было всем полезным. Всем пока, хорошего профита.